Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Так, все, я вас слушаю, говорите. Да, приветствую, Валерий Константинович, желаю здравствовать, чтобы все недуги разбегались от вас, чтобы вы молодели и хорошели с каждым днем. Вот. Меня зовут Михаил Александрович Тимофеев, мы с вами уже на общетеоретические вопросы поговорили летом, вот, и с тех пор затянулся вопрос конкретный, прикладной, который меня волнует, да, ну и прикладной касательно самих семян, которые я хотел бы у вас добыть. Вот. Ну, я, если можно, начну вот со своих садовых дел. Я сейчас перебью на секунду. Дело в том, что нужна преамбула. Итак, мне позвонил Тимофеев, представился ученым, прислал 9 фотографий, и, видимо, о них пойдет разговор, потому что явно фотографии неудачные. Вернее, фотографии удачные, неудачные деревья. Так, и чтобы мне разговаривать, я разговариваю на разных языках. С новичками, с опытными садоводами и с учеными. Это третий класс. Вы к какому классу принадлежите? Ученые же, они тоже специалисты в разных сферах, да, но моя сфера, она вполне биологическая такая, да, то есть вообще это образование почвоэт-эколог, вот, но область научных интересов, она скорее в сфере биотехнологий, да, вот, то есть методы биологической оценки, экотоксикология, вот об этом примерно, да. А вы знаете, я вас перебью, почему? Есть темы, которые я никак не могу добиться результата. Вот и вдруг нарвался. Вы знаете этот анекдот? Когда идет перебинтованный волк, а ему говорят, что с тобой? Он говорит, да я за зайцем гнался. Ну и что? Заяц оказался самбистом. Я надеюсь на самбиста. В каком плане? Меня волнует то, что в городах после каждого урагана убивает людей. Это я не преувеличил. Убивает. Давит сотнями, тысячами машин, срывает крыши, и самое страшное, падают деревья. По вашей части нет. Неужели нельзя отличить дерево по внешнему виду, не по внешнему, а приборы, которое собирается умирать и ждет только ближайшего урагана? Это не по вашей части? Ну, не совсем по моей части, но поскольку один из моих проектов – это экологическое пчеловодство, да, ну, как бы не только в садоводстве много диверсий, да, и в сельском хозяйстве, но и пчеловодство представляет из себя, по сути, геноцид пчел, да, вот, поэтому по долгу вот этой деятельности я в итоге вынужден был столкнуться и с лесоводством, да, соответственно, у нас в Лестехе есть такая лаборатория дендрологии, да, в общем, где как раз ведут такую красную книгу старых деревьев в Подмосковье, да, вот, а, собственно, что они делают? У них есть такой приборчик, как такая маленькая буровая с тоненьким буром, да, и они тестируют деревья. А дальше не говорите, я это знаю, вот такой, да. Я это в курсе. Дело-то в другом. Дело в том, что мне нужно, чтобы... Я вот, извините, говорю так, как будто я чуть ли не президент страны. Что мне нужно? Мне нужно, чтобы взяли деревья этим приборчиком. Оказывается, вы-то специалист, оказывается, вы-то в курсе. Вы это здорово. Мне повезло просто. Нарвался на это, на самбиста. Так, извините за выражения такие. Ну, я же человек простой, из народа. Так вот, значит, мне нужно, чтобы вот деревья, которым не подходил человек... И тут же рядом растет дерево, этим человеком изувечено так, делается штамп 2-3 метра, зияют гигантские раны, размером с мою руку, размером с мою ногу, вот. И что, отличить не могут, которое дерево должно упасть? Должно упасть искалеченное дерево. Ну пусть хотя бы подтверждение будет, ведь это же не просто так, нанять рабочих, пилить гигантское количество солярки, огромное количество машин, это все надо вывозить, утилизировать.
Но не заниматься же утилизацией деревьев, которые еще лет 20 простоит, так же? Вот, это тема открытая, и никто, мне кажется, просто замеры делают. А отличить дерево, которое искалечено, и доказать, что искалечено и калечить нельзя. По-моему, эта тема до сих пор закрыта. Я нарвался на вас, ну извините меня, ну простите. Знаете, у меня почему-то я вас плохо слышу, как-то вот далеко от микрофона, и какие-то слова проглатываются, поэтому приходится догадываться, да, чуть-чуть. Давайте так, нас все равно, вот меня зато остальные услышат хорошо. Ладно, возвращаемся к вашим 9 фотографиям. Задавайте вопросы. Да, смысл такой. Значит, все мои достижения пока сводятся к тому, что я прорастил украинские абрикосы. Ну, сам когда был, выбирал, что мне нравится, да, и какой-то сорт мне очень приглянулся в кусовом плане. Вот, я его привез сюда и посадил здесь горшок весной, где они у меня и проросли. Вот, и, соответственно, осенью я их высаживал на места, вот, и, ну, там что-то кому-то раздал, что-то где-то посадил в общественных местах, а 4 абрикоса попали, соответственно, на мой участок, вот, и единственное, что тогда я еще не знал ваших премудростей и копал ямы, да, вот, я думаю, из-за этого, наверное, одна из абрикос наклонилась, да, то есть она, ну, я, так сказать, не следил, не подвязал там, да, вот, и получается, ее разорвало, раскололо, да, на две части. Так, там, стоп, да. Я сейчас, чтобы получился диалог, я вас почему остановил? Первое, цепляю слово прорастил. Вы привезли косточки или саженцы? Вы привезли косточки или саженцы? Я еще раз говорю, да, что я привез косточки, прорастил их. Вот, косточки, ага. Да, и пересадил, соответственно, вот с частью земли, да, ну как мог извлечь из общего горшка, пересадил уже в землю, да, саженец, сохранив, ну, направление по сторонам света, там, да, вот это все. Единственное, что я подготовил яму, вот, там, органический материал, заправил, там, орехи, скорлупу фисташек, да, вот, и шифер подложил, поскольку у меня грунтовые воды, вот, под некоторые... Как будто шифер спасет от грунтовых вод. То, что мог, да, приложить, поскольку у нас пойма фактически, да, то есть дом стоит на прирусловом валу, да, и вот переход в основную часть поймы, и вот это вот, соответственно, то, что я хочу, ну, как самые лучшие деревья, я стараюсь ближе к прирусловому валу посадить, да, это так, как он самый сухой, вот, но, тем не менее, у меня эта проблема есть, не знаю, как с ней бороться, и, соответственно, это тоже один из вопросов. Какие из вот семян, которые я вот у вас возьму, то есть какие из деревьев, да, там абрикосы, вишни, какие из них наиболее требовательны, да, к сухости, да, а какие готовы потерпеть сам большую влажность, да. Ну, это общий, конечно, вопрос, наверное, я и сам могу его выяснить, вот, но если вам не сложно. Да, пожалуйста, сейчас будем разбираться всерьез и надолго. Итак, я выбрал самую эффектную фотографию, где абрикос фактически разломился пополам. Так, но вы же его не пересаживали, раз он посажен в углубление, правильно? Вот. В углубление посажен, вы же его не пересаживали, так и сидит в углублении. Ну, был, в принципе, я старался делать холмик, да, ну, он осел, соответственно, и, ну, может быть, недостаточно высокий холмик я делал, и, соответственно, я делал ровчик, да, такой, прокапывал, чтобы хотя бы там, ну, не скапливалась вода. О, какой вы молодец, спасали, а почему спасти не могли сказать теперь? Вот. Потому что яма. Ну, яма, само собой.
Есть еще, знаете, вы даже удивитесь моему ответу. Первое, это все предположения мои, но какие серьезные. Перед нами двухъядерный абрикос. Вот, вылезла с одного семени, вылезла с одного, значит, не одно ядро с одного зародыша, а два. Вот. А, я-то, у меня опыт-то знаете какой? Так как, к сожалению, извините, даже больше, чем у вас ученых, по одной причине. Я вырастил их десятки тысяч. Я уже вначале ломал голову, почти сломал. Потом меня начали обвинять в том, что я этот городской сумасшедший, в чем угодно. А проверить на абрикос, на персиках это легко проверяется. Выкапываешь однолетний саженец, а получается там два, причем оба самостоятельных. Они вот, они прям приплюснуты друг к другу, видно даже по этим, по цвету. Вот. А с абрикосами сложнее. Вот. И все равно. Два дерева у меня. А? У меня получается два дерева. Нет, это только предположение. Есть второе предположение, но очень явное. Почему? Я вижу перед собой двух близнецов из одного зародыша. Ну, это 80%. Ну, 50, ладно. Ну, я не хочу, чтобы кто-то у виска крутил. Вы-то мне поверите, ну, я же не утверждаю, предполагаю. Это моя любимейшая тема. А второй еще проще. Вылез один, но, как правило, так поодиночке не вылазит. Вот. У него должен быть штамп, а штампа нет. Вот. Значит, второе предположение. Оно тоже, оно не... Да, кстати, я сказал 70%, 80%, нет, 50. Вторые 50% вероятности. Вы привезли с юга. Вы привезли косточку южную. Вы садили где-то возле Москвы, правильно? Можете уточнить? Люберцы, ой, все понятно. Там, где ни черта не растет из абрикосов, как все знают. Так вот, значит, она южная, так? У него есть особенность. Откуда они знают? Или земля подсказывает? Так бывает. Ну, оно уже не молодое, это дерево, уже не первый год. Вот, раз. Или с неба поступает сигнал. Как можно быстрее вызреть, как можно быстрее дать плоды. И она тогда не просто дает штамп, обычно нормальный, а сразу дает штамп для плодоношения. Вот сколько лет этому дереву? У него плоды были? Или хотя бы цветы? Да, оно плодоносило, то есть получается, Во! ему уже 7 лет, оно уже трижды Во! А это плодоносило. неправильно. Рано заплодоносило. То есть на 4-й год, по-моему, первый раз уже Ага, плоды. объясняю. Я же чувствую, что истина где-то рядом. Раз на 4-й год, а это неправильно, этого не должно быть. Значит, южное дерево, попав на север за километров за 1000, да, не меньше. Да, Вот. примерно 1000 километров как раз Вот и 1000 километров, и оно сразу есть. решило Это спастись как потомстве. Оно тут же быстрее, быстрее заплодоносит. Поэтому вот то, что я вижу, мне это глаза режет. Не должно быть так. Это дерево сразу перешло на плодоношение, не за 1 год, но как можно быстрее, скорее дать урожай, скорее. И она дала сразу скелетные ветки, сразу из земли. Вот. Но так как она росло неправильно, вы же ничем не помогали, оно разломилось пополам, не от урожая, нет. К тому же добавилась еще все тоже посадка в ямку, это третий вариант. Первый я сказал уже, что это самое двухъядерное. Второй вариант. Это значит, что оно просто умудряется, ну, то есть стремится не дать потомство, прежде чем умрет. И третье, это то, что оно все-таки дополнительно, оно гниет основание штамба. Ну, все, считайте, мы фактически... Я ведь не сказал ответа. Три варианта. Пусть будет 3 по 33%. Потому что все они верны. Вот. А в сумме впереди гибель. Да. А, кстати, сейчас... Оно, по-моему, уже и погибло. Ну-ка, я сейчас полистаю. Ну вот, Вот, вот соответственно, оно покрыто грибами, покрыто этим самым. Значит. это я вам показал фотографии трех абрикос, да, не Ну, от одного, а этого не трех. легче. Значит, все три Да. больные, все три больные. А вот и мертвая передо мной. Ну, в Да, общем, вот как. если вы меня, как человек, который имеет высшее образование, если вы не станете
спорить со мной, потому что спорить бесполезно. Вот. Почему? Потому что я на всякий случай три причины назвал. Не какую-то одну, а три. Четвертая, наверное, уже и не будет. А, четвертая. Морозы. Тысячи километров на север. У меня что-то крышу снесло. Четвертый, поэтому морозы. Вот и Вот в все. этом году морозы как раз побили два из этих четырех, да, растений. И они, первое, вот это, которое расколото, оно самое сильное, оно уже успело отцвести, да, и у него листики распустились. А вот два, которые поменьше были изначально, да, они только стали распускать листики. И в этот раз, в это время ледяной дождь или вот что-то вот такое было в этом сезоне, и побило, да, эти листики. И уже новые не распустились. На одном вообще нигде, да, вот, а на другом осталась одна веточка, и она была почти все лето зеленая, да, вот, маленькая такая, небольшая, да. Но на стволе уже там был грибок, да, появился. Вот. Но именно вот после, то есть зиму они переносили все эти абрикосы хорошо, да, то есть хорошо там цвели всегда. Вот. Но я так понимаю, что рано очень цвели, и, может, опылителей не было, да, вот урожай был маленький, да. Но абрикосы все одинаково вкусные, да, то есть, это я вам рассказывал, мы потеряли сортовые качества, все четыре прям, ну, отличные, вот, но не обильные, то есть, в принципе, так вот, такой абрикос-то не нужен, когда его, ну, полакомиться там горстью, да, хочется урожайность все-таки иметь, вот, но, тем не менее, вот, два урожая, за исключением, ну, в этом году только одно дерево, получается, плодоносило, расколотое, да, вот, но, тем не менее, вот, собрал эти кости, да, и не знаю, что дальше с ними там делать, пробовать их сажать или нет, вот, не устраивает, в общем, обилие, да, скажем так, в этих абрикосах, вот, и, соответственно, вот вопрос к вот этим мертвому и полумертвому, вот вы рассказываете, да, что когда мы саженец, например, покупаем, то у него нужно обрезать верхушку, да, чтобы соответствовало наземной части, подземной, да, чтобы корень мог обеспечить питанием ветки, да, скажем так. Вот. В случае, когда вот таким образом повреждается дерево, например, там из-за заморозков весенних, есть ли смысл торопиться и обрезать его до каких-то пор, чтобы ему легче было восстановиться? Да, совершенно верно. Сейчас передо мной одна из ваших фотографий, да? И здесь, конечно, это в данном случае то, что на фотографии, это мертвого припарка. Как ни режь, вот они, листики, вот они. Они же все равно все мертвы. Нет, это уже инвалид. Нет, не инвалид, это уже не желез. И торопиться не надо, бывают чудеса не тут. А когда от самого низу идут, вот там еще есть шансы. Поэтому сильнейшая обрезка, сильнейшая. Ну, допустим, все, что выше полуметра. Если на самом деле саженец такой, как этот, я же вам пытаюсь советы давать, смотрите. Вот. Потому что бывает на ровном месте из ничего лезут из земли эти самые. Уже вот передо мной мертвый саженец ваш, 100% мертвый. Вот. Крупный план, потом увидите. Вот. И все равно может вылезти из земли еще. Я не смог пилой погубить ни один саженец 20-30-летний. Все на уровне, я говорю, помощнику этому лесорубу, самое, Толя, пожалуйста, на подвесу земли, чтобы я не запинался. А то бывает, чуть падаешь, запинаюсь. Он за подвесу земли спиливает. Получается, этот самый, размером с футбольный мяч, этот самый пень, и зараза все равно он вылазит из земли и растет. Поэтому еще. Ваша задача, глядя на него, вот этот, что на уровне земли срезаете, а некоторые, ой, жалко, время заканчивается, пошла последняя минута. Так. А вот здесь получше, вот этот получше. Ну, теперь уже из общих слов исходя, вы сами догадаетесь, где резать и как резать. Все, сейчас заканчивается последняя минута. Смотрите, что мы делаем. Я отключаю, назовем это первой серией. А дальше пойдет, хочу косточки, хочу семечки. Продолжим разговор, хорошо? В следующей серии. 20 минут – это предел садовода. Не выдерживает длинные разговоры. Мы же для всех стараемся.
Хорошо, так мне перезванивать надо вам или... Нет, 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 это мигом.